История государственного ансамбля «СИМ» неразрывно связана с именем первого остинского профессионального композитора и дирижера Бориса Галаева. Именно Галаев в 1938 году созывает лучшие самодеятельные коллективы Юго-Остинской автономной области, заложив таким образом прочную основу ансамблю «Песни и пляски», которая в буквальном смысле перевернет ход истории национальной хореографии и музыки в целом. У него был создан уже хореографические пары, это отдельно, хор отдельно, струнники отдельно, и еще отдельно были духовики. А вот эти три коллектива, они вот и составили ядро. Кроме того, когда в 1938 году предложено было уже вот это сделать, закрепить официальный статус за этим коллективом, то он пригласил туда еще, конечно, молодежь Осетии. И поэтому туда влились еще те, кто прекрасно танцевал и которые прошли вот отбор у Галаева. Здесь, в доме музея Галаева, время как будто остановилось, сохраняя атмосферу тех времен, когда композиторам создавались бессмертные произведения и шла работа над проектом, прославившим остинское искусство уже на другом, более масштабном уровне. Уникальные архивные фотографии, афиши, рукописные материалы, письма, инструменты и даже костюмы артистов ансамбля. Бурка и папаха самого Галаева, национальные танцевальные костюмы. Каждому посетителю здесь вполне возможно соприкоснуться с историей и символическими объектами, из чего, собственно, и создано. Соткано искусство. Искусство, неподвластное времени. У него была белая одежда, в которой он выступал, и была вот черная, темная. Ну, конечно, это летом светлая и темная в другое время года. Вот. И это вот еще и платье из ансамбля. Первые годы ансамбль состоит из хора, оркестра, народных инструментов и танцевальной группы. Всего в труппе задействовано 132 артиста. Перед руководством коллектива стоит серьезная задача. Необходимо в самые сжатые сроки обогатить репертуар, подготовив труппу к выступлению в первой декаде остинского искусства в Тбилиси в 1940-м. И задача решена. Решена в лучшем виде. Уже в августе хор, оркестр и хореографический коллектив дают блестящий концерт, который имеет оглушительный успех. Из воспоминаний ученика Бориса Галаева, композитора Ильи Габараева. Когда последний раз опустился занавес, к Борису Галаеву ринулась мужская половина хора и подняла его на руки. Я, затаив дыхание, смотрел на это своеобразное выражение восторга со страхом. Боялся, что уронит его. В глазах этого сурового и уже немолодого человека стояли слезы радости. Творческий диапазон коллектива будет расширяться с каждым годом, приобретая неповторимый стиль и редкий ювелирный творческий почерк. С неизменным успехом в послевоенные годы пройдут концерты ансамбля в городах и селах Закавказья и Северного Кавказа. На этих эксклюзивных архивных кадрах запечатлено выступление ансамбля «СИМ» в Сталинире в 1951 году. В 1958 году в свет выходит художественный фильм по мотивам поэмы «Фатима» – трагедии выдающегося Костахи Тагурова. Музыка к фильму написана самим Галаевым, а в съемках участвуют артисты «Симда». Школа композитора Галаева представлена несколькими поколениями выдающихся композиторов-балетмейстеров Осетии. Дудар Хаханов, Георгий Тедеев, Василий Плиев, Григорий Максимов и Феликс Алборов в разные годы, руководя государственным ансамблем, вносят свой бесценный вклад в развитие ансамбля, каждый раз повышая профессиональный уровень до мыслимых и немыслимых значений. Одним из тех, кто оставил глубокий след не только в истории Симда, но и в целом в культуре Осетии, является корифей национального осетинского танца Хазби Гаглоев. В 70-е годы Гаглоев руководит художественным ансамблем и, будучи автором множества остинских танцев, вносит весомый вклад в национальную хореографию. Самой известной и прославленной постановкой Гаглоева остается «Аланская сюита», вобравшая непоколебимую силу обычаев и традиций осетинского народа. Вы не должны забывать о том, что это танец славных аланов. Будьте стремительны, легки, но держитесь с достоинством и благородством. Аланы – ваши предки. Были храбрыми воинами, но они были и носителями высокой культуры.
Как раз в те годы при участии в ансамбле непревзойденных монолитов национального хореографического искусства будет проложена новая полоса в творческом и профессиональном росте коллектива. Популярность ансамбля будет расти с каждым годом как внутри страны, так и за рубежом. «Золотое время» – именно так охарактеризуются в истории годы процветания государственного ансамбля «СИМ». В гастрольных турах ансамбль избороздит необъятную большую родину – Советский Союз. Прибалтика и Камчатка, Украина и Сибирь, Белоруссия и Казахстан, Средняя Азия и Азербайджан, Армения и Молдовия. В июне 1978 года состоятся первые зарубежные гастроли ансамбля в Республике Кипр. Триумфальными запомнятся также гастроли в ФРГ, Йемене и Иордании. Западногерманское издание на одно из выступлений ансамбля в ФРГ напишет рецензию. В крупнейшем концертном зале города Дортмунда в Вестфаленхалле гаснут огни. И на сцену грациозно выплывают стройные девушки и парни в национальных нарядах Осетии. Ошеломленные зрители не спускают глаз необычного для них танца, который целиком захватывает каждого, кто однажды увидел его. СИМ еще неоднократно удостоится высоких правительственных наград. Лауреата премии Ленинского комсомола Грузии в 1984, а в августе 85 в Москве коллектив становится дипломатом 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Ансамбль и в годы перестройки будет представлен многими талантливыми артистами, по сей день составляющими золотую основу ансамбля. Заслуженная артистка республики Лейла Плеева, участница хоровой группы СИМДА, с воодушевлением вспоминает былые творческие подвиги ансамбля, уже не превзойденные в будущем. Швейцария, значит, это фольклорный ансамбль нас пригласил. Розорди, мэдэн куройдо и комох, мэштер сцену наудиштер и дэймэдзи. И худи, такая, это их вообще. Мэ куройдо том олулой на вэцэрлосту. Хофта тэгнойсту и вэттер. Тэнг. В общем, тэнг довольнерцы, дэстэм ордэгэй. Pécol volt, szűrbottöztem, pécol volt, annyi szimmert a rúgszolgát megörjebb, mert mach nikon en uvaktam, ne révedítsa. Nikon, hát szózzal, hát ma menne édődöztem, menne ne kocsivastó, zeron cím, hemköztem. Ne uvaktam mach ne közt. Köztem, kak magli, itt a szavallé grupa, i hordózse. Истинно аристократическая стать, плавность движений и все то, что подводит осетинский танец под такое всеобъемлющее определение, как уэздан, отличается до сих пор, хотя уже давно на пенсии, одна из самых ярких танцовщиц эпохи расцвета СИМДА Медея Гугутишвили. Такая же красивая и грациозная, как на архивных кадрах. Совсем юная Медея придет в коллектив ансамбля, снискав с самых первых дней любовь зрителя и уважение коллег по цеху. В то время коллектив был на очень высоком уровне. Очень такие у нас танцоры были, певцы. У нас был оркестр народных инструментов. И звучание хора, естественно, было очень красивым с оркестром. Плюс еще, когда мы танцевали, нам еще хор подпевал, еще оркестр играл. И это было очень красиво. В 1995 году Медея уйдет на заслуженный отдых, однако продолжит работу уже балетмейстером ансамбля. Здесь, в старом здании, где обосновывался СИМД, выдающаяся артистка продолжит обучать молодое поколение симдовцев. Мало кто знает, что творческий путь Инала Алборова, солиста мужского хора, начался в танцевальном коллективе в далеком 64-м на позициях ведущего танцора. Впоследствии Инал на собственном примере подтвердит теорию о том, что талантливый человек талантлив во всем, уже перейдя в хоровую группу и на протяжении 60 лет радуя зрителя характерным тембральным окрасом голоса и мастерством национального песенного искусства. Рабочий мем репица мелся еще раз спадин кутта. Меми меня хаста кена удон кафенч. Ерн гаугует хаз бижена се баде тви тинк кафе годис. Раб абонио гез не зоне нахем кафе гтире бае. А мави кафе дис ме зу мем балет кутта ме айта ме меня хаз кутта ме яз не хостун кеше каст ме кастер ме.
Стиме фестагме бафарста, бомберстедаме, зеханше, медам автавтеме. Все время бирам на уже стемно, диспарты ми тарайсам рубахесме, квестмер башу. А урайдет там, кусин. Сегодня Инал Алборов – народный артист Южной Осетии Чеченской Республики, заслуженный артист Абхазии, кавалер Ордена Почета. Даже в самые сложные для республики годы, в годы грузинской агрессии против Южной Осетии, коллектив ансамбля работал не переставая. Это время выдающихся руководителей ансамбля, артистов и солистов, безусловной творческой харизмой и индивидуальными качествами создававших историю, историю национального искусства. Среди них в хоровой группе Хазби Санакоев, Заур Газаев, Заур Парастаев, Виолетта Алборова, дирижер-хормейстер Анисим Дзатьяте, в оркестровой группе Людмила Рыбалка, Гиви Казев, Тамара Т. Дева, Юрий Хачеров, Казбек Алборов. В танцевальной группе Николай Джиоев, Владимир Арсуев, Заира Маргиева, Мадина Битьева, Петр Техов, Клара Кутаева, Гимир Алборов, Ростислав Кочев и другие артисты, имена которых высечены на звездном небосклоне Южной Осетии. Солист ансамбля Геннадий Беченов, Пицер, как его звали близкие друзья и коллеги, в 2000-х берет под свою ответственность художественное руководство ансамблем, совмещая его с преподавательской деятельностью. Беченов в эти годы воспитает целую плеяду артистов, большинство которых по сей день верны профессии и долгу, продолжая дело жизни выдающегося наставника. Иналу Беченову, народному артисту Южной Осетии, заслуженному артисту Абхазии, одному из ведущих артистов ансамбля, сыну Геннадия Беченова самой судьбой предначертано быть артистом. Он из семи танцоров. Мама Беченова, Валентина Тедеева, также была в золотом составе государственного ансамбля. В осетинское танцевальное искусство влюблен с самого детства и сегодня продолжает дело своего отца, дело которому Беченов-старший посвятил всю жизнь. Среди учеников Геннадия Беченова и Сергей Кочев, вышедший на сцену в составе государственного ансамбля «СИМ» в совсем юном 15-летнем возрасте, а уже в 16 официально обосновавшийся в составе хореографического коллектива. Кочев уже 2 года является художественным руководителем государственного ансамбля «СИМ». Перед ним стояла задача собрать команду из профессиональных и талантливых танцоров, повысив качество хореографии, которая за последние годы оставляла желать лучшего, обогатив репертуар новыми танцевальными композициями. То, что сейчас ребята делают, я получаю и на репетициях удовольствие, когда они понимают, что нам предстоит сделать. У нас задача большую культуру показывать, большую идею реализовывать, стремиться к большим турам. Молодые, талантливые, харизматичные. Все они разные, но объединяет их одно – любовь к искусству. О каждом из них в отдельности можно говорить долго. Каждый из них предан своему делу, предлагая всевозможные усилия ради поддержания высокой планки танцевального и песенного искусства госансамбля «СИМ», заданной еще мастерами прошлых лет. Этот год, юбилейный для ансамбля, выдался насыщенным на концертно-гастрольную программу. Богатый обновленный репертуар «СИМ» да уже представлен в России в рамках программы «Дни культуры» Южной Осетии в Абхазии, Чеченской Республики, Ульяновской области коллектив выступил на лучших площадках. У себя же на родине «СИМ» регулярно, каждый месяц на протяжении года выходил на сцену к соскучившемуся зрителю с яркими, незабываемыми постановками. Я бываю очень рада, что они это видят, что они видят, какой след «СИМ» доставил и в Абхазии, и в Чечне, и в разных республиках, и как нас потом встречают.
Но и без мужского хора с его богатым разноплановым репертуаром невозможно, конечно, представить программу, да и ансамбль в целом. Своеобразный колорит, героические, лирические и шуточные песни в подлинно профессиональном исполнении всегда оставляют зрителя в исключительно восторженных впечатлениях. Этот хор на сегодняшний день является примером воссоздания и популяризации осетинской народной песни. То, что выдерживает программа госансамбля сейчас, в ней есть новшества, в ней какие-то уже обработки, какие-то стилизованные постановки. Конечно, там же мы не будем, мы тоже стараемся под них подстраиваться. И какие-то произведения уже совместно, чтобы одно вытекало из другого. Конечно, но основной репертуар, я считаю, я думаю, что меня многие профессионалы поддержат, что все-таки база – это народная осетинская песня. И трогать ее категорически нельзя. Заслуженная артистка Юга и Севера Осетии, а также Абхазии Залина Сапиева уже 14-й год является хормейстером ансамбля. Своей только ей одной свойственной манерой и тайфунной энергией, воплощая лучшие идеи, вдохновляя своих подопечных, представителей сильного пола на новые творческие подвиги, которые обязательно отзываются несмолкающими овациями в зрительном зале. Самое главное – договориться. Приказывать, громко говорить, все это категорически исключается. С мужчинами так нельзя, тем более с кавказскими мужчинами. Но договориться, немножко хитро поступить к этому всему, можно добиться абсолютно всего. В общем, договорились, и вы видите прекрасно, корабль наш поплыл. Таким образом, Симп прошел большой, насыщенный, жизненный творческий путь. За 85 лет коллективом создан большой уникальный репертуар, в котором ведущее место занимают осетинская народная песня и осетинский народный танец. Государственный ансамбль Симп – визитная карточка Южной Осетии. Сегодня у коллектива есть все, чтобы развиваться, совершенствоваться и покорять новые вершины. Мы постоянно работаем над репертуаром, стараемся проводить худсоветы, чтобы у нас было более слаженное отношение, понимание, чтобы то, что мы имели, чтобы это не потерять и привносить новое. Потому что новое время, новые темпы, новые веяния, и мы должны быть в ногу со временем. Поэтому мы постоянно работаем над этим. И наш художественный руководитель живет, можно сказать, этими идеями. Симд – это одна большая семья. Здесь нету одиночек в плане этот отдельно, я отдельно чего-то там достигну, я отдельно стану кем-то. Нет. Здесь все делается сообща. По-другому никак. По-другому ничего нельзя добиться. Творческий путь ансамбля – свидетельство расцвета искусства осетинского народа. Все лучшее, что составляет гордость осетинского народного искусства, воплощено в репертуаре Симда, сохраняя безукоризненную эстетическую парадигму, составленную когда-то Борисом Галати, чье имя носит ансамбль сегодня. Имя того, кто переломил ход истории национального искусства в 1938 году прошлого столетия. Того, кому Южная Осетия обязана тем, что сегодня, где бы ни выступал прославленный коллектив Симда, он всюду приумножает славу осетинской национальной культуры и национального искусства.